одну минуту можешь написать две страницы несмешного текста, значит, ты Дарья Донцова. Если можешь родить шутку, значит, ты участник убойной лиги. Меня зовут Павел Воля. Здрасте! Каждую субботу шестеро гладиаторов юмора выходят на эту сцену, чтобы заработать кусок бабла, который могут обменять на кусок квартиры в Москве. И то возможно. Это убойка. Здрасте! Этот человек пропитывает свои костюмы цементом, просто чтобы не расти еще больше. 200 килограмм добра. Владимир Турчинский, держатель нашего банка. Такие слова, как трамвай, шаурма и сдача, эти люди употребляют крайне редко, потому что они звезды. Итак, звездные судьи, под ваши аплодисменты. Телепродюсер, кинодеятель. Олег Осипов в нашем жюри выпустил на телевидении все, начиная от «Солдат», заканчивая сериалом «Счастливы вместе», за что гигантское спасибо. Заслуженный девственник России, человек, который является, мне кажется, самым обаятельным из всех молодых персонажей, которые только могут быть, тот самый Рома Александр Якин. Ваши аплодисменты из семьи Букиных. За этим человеком тянутся женщины, его преследуют фанаты, а он просто рассматривает их и делает выводы, смешной человек или нет. Михаил Марфин, главный член нашей судейской коллегии. Ну а теперь люди, которые одевают обувь исключительно 36 размера, потому что верят в приметы и рассчитывают, что получат в нашей программе деньги. Наши гладиаторы, пожалуйста, Владимир. Дуэт «Белый и Кос», Воронеж. Дуэт 17-й ряд, Киев. Артем Пушкин, Екатеринбург. Дуэт «Партизаны», Ставрополь. Дуэт «Куролесов» и «Амуралес», Киев. Красивые, Красноярск. Ставки сделаны, господа. Ставок больше нет. Дорогие друзья, сегодня у нас в зале присутствуют юмористы из «Аншлага». Я думаю, что если наши ребята будут хорошо шутить, мы их обязательно вычислим по зареванным лицам. Пожалуйста, первый раунд, Владимир Правил. На каждого из членов жюри приходится по 12 тысяч рублей. Это значит, что максимальный участник, выступающий на сцене, в том случае, если он понравился жюри, может заработать 36 тысяч рублей. Если не понравится, фиг ему, а не деньги. Первый раунд, поехали! Проходите, пожалуйста. А на сцене дуэт «Белый и Кос», Воронеж. Давайте, парни. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Сейчас Роман принесет стулья. Итак, миниатюры, миниатюры. Первая называется «После секса». Первый раз? Да. А у вас? Второй? Тебе лет-то сколько? 15. А 16 когда? Да вот только вчера 15 исполнилось. А родители кто? Мама уборщица. Ну, слава богу. А отец прокурор. А такси сколько все стоит вызвать? А сюда такси не ездит. А где мы? В Мытищах. А вы же женитесь на мне? А кто, ты говоришь, отец? Прокурор. Ну, видимо, да. Олег.
Тезка. Спасибо, друзья. Двигаемся дальше. Представьте, вызов электрика. Электрика вызывает? Да, проходите. Что там у вас? У меня, смотрите, два провода из стены торчат. Ну это херня. Тут главное один раз угадать. В смысле? Вот так. Электрика вызывали? Да. И у меня вот два провода из стены торчат. Посмотрите, пожалуйста. Запомнила какой? В смысле? А, нет, там вспышка была очень сильная. Дурачки себе, купи солнцезащитный. Просто там я не разобрал. Давай еще раз. Да не, не надо. Товарищ электрик. Ты бог? Да, и у меня по-прежнему торчат из стены два провода. Так, все, соберись. В смысле? Последняя жизнь. Так, стоп. Давай. Не стоит, не сейчас стоит. Господи, пожалуйста, последний раз, последний раз. Не-не, так ни хрена не получится. Не получится, да. Да, вырубай рубильник давай. В смысле, я сейчас вырублю рубильник, вы же ничего не увидите. Фигня, лампочка есть? Есть, давай, держите. Вырубай. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, Белый Кот. Ура! Ну, вот такое вот начало. Все рассчитывают на денежную компенсацию трех смертей белым. Мы посоветовались и решили, что 24. Они много ли? А нормально. В банке 24 тысячи рублей. Нормально. На сцене дуэт 17-й ряд, Киев. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Первая ситуация жизненная. Жена, которая очень сильно переживает за мужа. Успокойся ты. Да, успокойся ты, ну тихо ты. Гол опять из-за тебя пропустил. Такая ситуация могла быть. Была с вами в жизни. Следующая история называется «Собака». Ну тихо, ну перестань, ну тихо, да ладно, все, я понял, как выглядит ваша собака. Овчарка. Овчарка, да? Рекс, найдите, пожалуйста. Хорошо, найдем, обязательно вот так, найдем. Все, я вас понял, я понял вас. Ну и такая фантазия, случай в магазине. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, оливье для микроволновки, стабилизированный творог, унции 3, арбузных лепешек, сгущенки сантиметров 15, наверное, где-то. Можно мне еще макароны по-флотски, с морячками, если не сложно. Хлеб. Хлеб еще 96-го года, урожая хотелось бы, да. А, коробку конфет, последнее пришествие. И чего-нибудь кисленького, грамма 2. Извините, но у нас ничего такого в магазине не продается. Да? Тогда дайте еще бутылку абсента и дрожжи. Киев. А я могу сказать, что минимум необычно. 24. Сколько в банке, Владимир? 48 тысяч рублей в банк. Артем Пушкин, Екатеринбург. Здравствуй, дружок. А, здравствуй, дружок. Сегодня я буду рассказывать тебе сказки. Но не простые, а простые. Красная шапочка. Жила-пила девочка. С тех пор ее все так и звали, Красная шапочка. Послала как-то ее мать какую-то женщину из ЖЭКа на три буквы. И не переехала их семья из общежития в собственную квартиру. Как старуха сделала море.
Съела как-то старуха 3 арбуза подряд. И вспоминай название сказки. Обманутая людоедка. Жила-была людоедка. Однажды она пошла на кислотную дискотеку в 3 утра, чтобы поесть людей. А там в 3 утра нет людей. Обманули людоедку. Дебил и жизнь. Жил да был дебил. И было у него 3 раза. Первый, самый старший, еще в школе. Средний в институте. Ну а последний, самый любимый, был у него на работе с секретаршей. Собрал он как-то свои 3 раза и говорит: уезжаю я. И уехал. А зачем собирал, что хотел? Дебил, он и есть дебил. Про 2 богатырей. Однажды 2 богатыря поспорили, кто сильнее чихнет. Первый богатырь чихнул и снес башку второму. Так до сих пор и непонятно, кто сильнее был. Может, и второй. Веселый врач. У одного крестьянина был длинный и тонкий, а у второго короткий и толстый. Они пошли к врачу, он им все исправил, и у них одинаковые стали. Тонкие и короткие. Вот веселый врач. Про идиота. У одного мужика забрали права, а он не растерялся, сменил имя, фамилию и новые права получил. А гаишникам факт показал, и у него опять права забрали. Современная сказка. Однажды гопник отжал телефон у лоха и радостный домой пошел. А его машина сбила, а он даже в скорую позвонить не смог, потому что пин-код не знал. Короче, сам он лох оказался. Сказка про краску. Жили-были Бред да Жаба. Локтей у них не было. Поймал как-то Бред мутного, и стали они жир пожирать да бобра надувать. Сказка ложь, да в ней намек. Ложь неправильно, правильно клади. Страшная сказка. Страшная сказка. Один мужик ремонтировал дороги в Москве. Прикиньте, всего один. Капец вообще, страшная сказка. Ну вот и все, дружок. Спокойненькой ночки, здоровенькой почки. Спасибо. Спасибо. Посмотрим, как это выразится в бабло в эквиваленте. 24. В банке 72 тысячи рублей. На сцене дуэт «Партизаны» Ставрополь. Мультики. Добрый вечер, дорогие друзья. Жюри. Ведущие. Зал. Миниатюра. Очень-очень хвастливый милиционер. Срезана. Срезана, все мое. Срезана. Срезана. Тихо. Срезана. Все мое. Все мое. Срезана. Сидорчук, какой? Сидорчук, все нормально. Смотри сюда. Смотри, смотри. Настоящий. Ух ты. А это настоящий. Тихо. Смотри сюда. Дин-дин-дин. Настоящий. Дин-дин. А это меня здесь знакомый. А, Маш. 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 Маша. Ключи. Ну, тин-дин. Ключи. Ключи там. Быстро. А. Да-да-да. Угу, угу. Не прави. Не прави. Не, Маш. Это не... Маш, это не то. Маш. Маш. Да. Маша! Маша, это не то! Маша, подожди! Маша, подожди! Маша, подожди! А руки я! Да быстренько, Маша, я тебе говорю, это же тебе не то! Ай, не сиди! Пошел вон,
Крутяра! Маша, куда ты вышла? Ну что ж. Спасибо, дорогие друзья. Миниатюра «Германский гольф-клуб». Ганс? I'm here, my fuller. Ганс! I'm here. А, Ганс, бита голд-клюшка. Ага, голд-клюшка. Music star. А, голд-клюшка. О, голд-клюшка. Ганс, бита. Ганс? Филлер! Ганс! Филлер! Филлер! Ганс! Бита! Ганс! На, идиот! Бита? Ганс? Бита. Специально для тебя! Эй! Бита Ганс? Ти-ти-ти-ти-ти! Спасибо, дорогие друзья! Двоих партизан и Козликин Игорь! Угода, Михаил! Город Старополь! Самый сумасшедший дуэт современности. Как будет оценен? Че тут обсуждать? Мы согласны с вами, Владимир. Очевидно, 24. В банке 96 тысяч рублей, на сцене дуэт «Красивые» Красноярск. Мы пропагандируем легкий сибирский юмор, не требующий ваших улыбок. Итак, начнем. Геннадий Малахов в неблагополучном районе. О, улитка и лужа. Выпью и съем от кишечных заболеваний. Эй, дедуля. Дедуля. Съем от кишечных заболеваний. Дедуль, деньги гони, пока никого нет. Какой же я тебе дедуля? Ты что, меня не узнал? Чё? Не узнал? Ты что, спишь до 11? Ты чё гонишь? Деньги, говорю, давай. Я сейчас кое-кому позвоню. Кому ты позвонишь? Несравненной Елене Прокловой. Ты чё, а? Деньги, говорю, давай. Мальчишка. Перед выходом я смазал лицо слюной Гагары и отваром из ушных барабанок крысы. Мне не будет синяка. Ах так? Тогда тебе на, ножом в ногу. А! Балбес. Щиплет, но не более того. Перед выходом я смазал ногу отваром из семени бобра, гаишника и бухгалтера. Ничего не будет. Тогда отведай свинца. Глупец. Не надел бронежилет. Вот тот и. Илья Соболев. Роман Хлячкин. Дуэт «Красивый». А с какой суммой проваливают из нашего болота ребята? Мы тут посвящались и решили дать 12 тысяч рублей. В банке 108 тысяч рублей, на сцене дуэт «Куролесов» и «Аморалес Киев». Вечер добрый. Песня о слове из трех букв,
которая имеет очень большое значение в нашей жизни. ФСБ, ФСБ с утра до ночи за тобою следит выходных, не зная и праздников. ФСБ не просит о помощи, ты им сам все расскажешь ВКонтакте и на Одноклассниках. ФСБ знает точно всему свой срок, знает, как бьет родник, лес растет и травинка качается. ФСБ вместо юга шлет птиц на восток, посидят 10 лет и Россию любить возвращаются. Ты построил себе трехэтажный дом, дорогое авто без налогов пригнал из Германии. Знай, дружок, ты не будешь теперь одинок. ФСБ очень скоро тебя пригласит на свидание. ФСБ хочет знать твое мнение, слышит твой разговор, что на кухне предутренних сумерках. Твой сосед это тайный агент ФСБ, и, конечно же, он о тебе то же самое думает. ФСБ заставляет стучать сердца, возможно, за мною уже машина отправилась. Если я эту песню допел до конца, это значит, она ФСБ очень сильно понравилась. Если я эту песню допел до конца, это значит, она ФСБ очень сильно понра... Лёх, а чё ты как-то... Чё ты инту съел? Может... ПВА не заклеит сердечных ран, ПМС мужиков вообще не касается. ЛСД попрёт и попустит с утра, только лишь ТНТ с человеком останется. ЛСД ночь попрёт и попустит с утра, только лишь ТНТ навсегда с человеком останется. Только лишь ТНТ навсегда в нашем сердце останется. Спасибо, друзья! Меня зовут Игорь Куролесов, Алекс Аморалес. I'll be back! Даже не знаю, как, друзья, что вам оценить, юмор или все-таки ФСБ? 24 тоже. В банке 132 тысячи рублей. Финита! Отлично! И с этой суммой мы уходим во второй раунд. А сейчас в эфире будет, пожалуй, единственное, что может нас потеснить. Реклама на ТНТ. За свои шутки на работе ты получаешь только выговор, присылай их нам в эту папочку. Даже если не выиграешь деньги, вся страна будет знать, кто реально твой босс. Парни, на сцену! Владимир Правил. Для второго раунда мы берем шутки пресные вами, дорогие телезрители. Так вот, для того, чтобы они прозвучали таки в эфире, хотелось бы особо обратить внимание на то, что вы не должны строить свои шутки по принципу вопрос-ответ, не должны содержать нецензурную лексику вашей шутки, а также являться антирекламой брендов. Не присылайте нам ваши рассказы, пожалуйста, различного рода афоризмы, репризы об участниках, главное, ведущих убойной лиги.
только собственное сочинение. И хотелось бы напомнить, что в банке сейчас 132 тысячи рублей. В связи с этим цена одной шутки 22 тысячи рублей. Второй раунд! Напоминаю, что только первый ответ идет в зачет, все остальные ответы ради смеха и искусства. То, что находится в этой папке, действительно присылают телезрители. Это не я, а уж тем более не Володя придумывает. Нам пишет некто Ленск-28. Видимо, весь город. Работодатели нашли способ привлечь на работу уборщиц, не повышая зарплату. Нелогично. Ну да. Пожалуйста. Господин Белый, ответ в зачет. Работодатели нашли способ привлечь на работу уборщиц, не повышая зарплату. И миром завладел срач. Итак, у нас есть еще один юморок. Работодатели нашли способ привлечь на работу уборщиц, не повышая зарплату. Они просто пообещали им больше платить. Работодатели, негодяи такие, нашли способ привлечь на работу уборщиц, не повышая зарплату. Этим беднягам подмешивают кокаин в мусор. Спасибо. И ответ в зачет. Работодатели нашли способ привлечь на работу уборщиц, не повышая зарплату. В списке вакансий они заменили слово «уборщица» на «начальник мусора». Нам показалось, что в отличие от приземленного ответа, предложенного Ленском 28, ответ Белого достиг этаких вселенских масштабов, поэтому деньги остаются в семье. Супер! В банке 132 тысячи рублей. Нам пишет Владимир Янукян. Галилео Галилей утверждал, что Земля вертится. Ответ в зачет. Галилео Галилей утверждал, что Земля вертится. Но этого рассказа было недостаточно, и она требовала 300 долларов за час. Галилео Галилей утверждал, что Земля вертится. Porsche Cayenne, трехкомнатная квартира в Москве, топ-ведущий. Паша Воля тоже неплохо вертится. Сдал. Сдал, да. Лишь бы не сожгли, как того парня. Правда так, информация устаревшая. Ну, Галилео Галилей тоже давно сказал. Галилео Галилей тоже давно, понятное дело. Итак, Владимир Янукян со своей версией. Галилео Галилей утверждал, что Земля вертится. А сантехник Федор Иванович утверждает, что она не только вертится, но еще и из-под ног уходит. Мы решили, что деньги остаются в клубе. Ну еще бы! Про какой клуб только что говорили? Владимир, вы не знали? У нас клуб плохих качков. Вот он весь перед вами. В клубе остается 132 тысячи рублей. Так вы делаете? Кладбище – самое карьерное место работы. Владимир, а вы... Нет, я не работал на кладбище. Аплодисменты. Итак, внимание, ответ в зачет. Кладбище – самое карьерное место работы. Как я вас понимаю, я тоже разбогател на яйцах и конфетах.
Есть еще веселые ответы про кладбище. Вот, белые, веселые ответы про Воронежское кладбище. Кладбище – самое карьерное место работы. Ну, все логично же. Рабочий, начальник цеха, замдиректора, директор кладбища. Очень логично, кстати. Тут такая вещь выясняется. Вообще классная. Кладбище – самое карьерное место работы. И все мы там когда-нибудь поработаем. Кладбище – самое карьерное место работы. Это второе, что утверждал Галилео Галилей. Итак, ответ телезрителя. Кладбище – самое карьерное место работы. С каждым годом под тобой все больше народа. Пожалуйста. Ну, мы решили отправить это зрителю. Мы поздравляем вас! Деньги вам! В банке 110 тысяч рублей! Нам пишет Барс. В мире их осталось немного, один из них пишет в нашу передачу. Ученые-сейсмологи в шоке. Все. Сейчас ребята все в шоке, потому что они не в курсе, кто такие сейсмологи. Но отвечать надо. А ты знаешь, как Барс называется еще? Нет. Ирбис. Ирбис? Красиво. Ученые-сейсмологи в шоке. Оказывается, кладбище – самое карьерное место работы. Надо просто понять. Ученые-сейсмологи в шоке. У кротов начался брачный период. И... Ай. Ученые-сейсмологи в шоке. В деревне Кукуева собрали в миллион раз превышающий урожай сочного, спелого, теркого гороха. Здесь селяне радуются, все нормально. Друзья, они говорят. Ученые-сейсмологи в шоке вообще. Они думали, они сиськами будут заниматься, сейсмологи. Некто Барс. Ученые-сейсмологи в шоке. Оказывается, все подземные толчки платные. И мы снова отдаем деньги телезрителям. И спорить не буду. 88 тысяч рублей в банке. А нам пишет Станислав. Воздушные шары на Украине больше не взлетают в небо на праздниках. Дамы и господа! Украинец пришел отвечать. Причем в зачет. Да. Воздушные шары на Украине больше не взлетают в небо на праздниках. Не, ну вы тоже молодцы, заварили трубу, теперь еще и ржете над нами. С такой обидой сказал, как будто лично газа дома нет. Воздушные шары на Украине? Молодец какой, ну а ты теперь ведущий. Воздушные шары на Украине больше не взлетают на праздниках. А выступают вместе с сердючкой. Воздушные шары на Украине больше не взлетают в небо на праздниках. Да, все как-то больше бухаем, руки не доходят что-то. Воздушные шары на Украине больше не взлетают в небо на праздниках. А потому что нет на Украине праздников.
Станислав, воздушные шары на Украине больше не взлетают в небо на праздниках. Перед Россией стыдно. Нам показалось, что тема газа была полнее и, так сказать, выше раскрыта в исполнении украинского дуэта «17-й ряд». В банке 88 тысяч рублей. Отлично, поздравляю. Вот я, клятый москаль Станислав. Пишет нам Рокша. Очень заботливая бабушка подготовила внучку на школьный выпускной. Ответ зачет. Очень заботливая бабушка подготовила внучку на школьный выпускной. И связала ей ноги. Заботливая бабушка подготовила внучку на выпускной. Она уехала на дачу. А, есть еще. Хорошо. Одна очень заботливая бабушка подготовила свою внучку на выпускной. Но все равно стала прабабушкой. Хорошо. Итак, первые были партизаны, да? Рокша. Со своим вариантом. Очень заботливая бабушка подготовила внучку на школьный выпускной. Она связала ей грудь и длинные ноги. Смотри. В банке. Конечно. В банке 88 тысяч рублей. Федор Бондарчук, Гоша Куценко, даже я, олимпийские чемпионы, топ-модели. Всех их показывают только в рекламе на ТНТ. Тракторист Иван считает, что 36 тысяч рублей – это приблизительно годовой бюджет России. Если ты считаешь так же, надо просто тупо чаще смотреть убойную лигу. У нас третий раунд. Володя, правила. Ну что, все предельно просто. Участники ставят деньги сами на себя. Максимальный размер ставки – 36 тысяч рублей. В том случае, если они удачно выступают, они плюсуют эту сумму деньгам, которые находятся в банке. Если они выступают неудачно, деньги изымаются из этого банка. Третий раунд! $36 000 максимальная ставка. Ваша ставка, господа. Ставка. В 36-м регионе жил-был мальчик, которому исполнилось 36 лет. Он сел на 36-й троллейбус, пересел и поехал на автобусе номер 36. К другу, которому исполнилось 36. Илья всегда так говорит, когда мы хотим поставить 30 тысяч. Принимается. Ну а теперь наша с вами работа, друзья. Давайте придумаем, кого мы хотим увидеть на этой сцене. Пожалуйста. Актеров. А, друзья, вы когда-нибудь играли актеров? Мы сами. Сами вы, да? Ну, сами видели. Тогда мне придется усложнить тему. Покажите нам не просто актеров. Нас интересует конкретно, если устроить молодого человека, который, конечно, кричал. Хотя ему уже пофигу, он собирается жениться, я смотрю. Специально для тебя. Репетиция в театре. А? Давай,
Репетиция. Репетиция в очень бедном театре. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Бедный Йорик. Я Юрик. Случай на репетиции у Романа Виктюка. В театре. Я люблю тебя, Ромео. И я люблю тебя, Джульетта. Пойдем к монаху. Итак, представьте себе. Лифт драматического театра и ведущий актер драматического театра в этом самом лифте. Боже мой, это вы! Нет, нет, что вы, это не я. Я зашел, здесь так было. Ты, может, уже пойдешь? Все, ты, да, я пошел. Да. В театре. Давай так, театр и неблагодарный зритель. Вот так, да. Да. О, бедный. Давай! Че вы? Давай! О, бедный. Давай! Красавела! Давай, 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 давай! Ты, малой, даешь вообще! Блин, только тихо! О, бедный! Давай! Спасибо, товарищ режиссер! Растерялся, не знаю слова, я не знал, куда идти. Случай в драм-театре Махачкалы. Заходи, 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 здорово, чё там, здорово, здорово, а, вай, здорово, тихо, 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 Wi-Fi, тихо, ну говори, значит так, чё, значит так, ты будешь Ромео. Это кто Ромео? Ромео это ты будешь. Это я Ромео. А ты будешь Джульетта. 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 Джульен ты будешь. Джульетта. Джульетта Оганесян. Значит, значит так. Значит так. Ваши семьи ссорятся. Вай, почему слушай, так да, плохо, вай? Какой еще ссорится? Ссорятся. По натуре. Шекспир сказал. А-а-а. Значит, ударь его. И? Ну и что ты? Это мой брат! Это, какой брат? Это Wi-Fi, Wi-Fi! Ну тогда поцелуй его! И ты что, ты с ума? Слышь, я тебя овцу поцелую такой! Ведь кто такой? Вай! Вай-вай-вай-вай-вай-вай! Тогда продавай ему помидоры гнилые! О, хорошо! Какие гнилые помидоры? Гнилые помидоры! У меня гнилые помидоры, тебе продавай, чтоб... Дай попробую помидоры! Слышь, у меня никогда не гнилые были гнилые помидоры, слышь! Да попробуй, дай попробуй! Отлично! Да у меня не отлично. Было никогда никогда помидоры! Хорошо! 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 Дай помидоры! 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 Аря, слушай! Wi-Fi! Нет повести печальнее на свете, чем повесть о томатах у Осетии. Итак, ставка была 30 тысяч. Сыграла ли она? Нам кажется, что она сыграла. В банке 118 тысяч рублей. Ставка. Наша ставка незамысловата. 3 умножить на 8 и плюс 6. 30. Внимание. Давайте замысловато мы придумаем им. Кого вы хотели увидеть здесь, на этой сцене? Может, Олег, у вас какие-то есть любимые персонажи или явления? Неопознанное летающее явление, НЛО. НЛО? Да. Инопланетяне? Ну да. Ну, может быть, кстати, НЛО в деревне? В метро? Слушайте, а знаете, как, может быть, определимся? НЛО и люди.
Слушайте, а кто-нибудь вообще в жизни встречал НЛО? Есть такие? Поднимите руки, честно только. Раз, два, три, да? Снимите их крупно для госнаркоконтроля, пожалуйста. А девочки, вот вы поднимали руки, реально видели НЛО? А где, в каком районе Москвы? Везде. Везде? Вот снимите их особо крупным планом. Везде в Москве летают НЛО. Поехали. Неопознанный летающий объект. Я опять на земле. Человеческое создание, мне нужна твоя одежда. Пошел ты. Человеческое создание, мне нужна твоя одежда. Ля, ты что, не боишься вот этой штуки? Не боюсь ничего. Мне нужна твоя одежда. Ля, ничего не... ты и страха не чувствуешь, я не знаю. Ничего не чувствую. И боли не чувствуешь. Ничего не чувствую. Ну ладно, тогда... Мне нужна твоя одежда. Да бери, что мне жалко. Давай, мне нужна твоя одежда. Слушай, да на одежде. Мне нужна твоя... Нормально, все. Опа, да нахрена мне твоя одежда. Новость, да, экстренная новость. Поехали, экстренная новость. Добрый день, дорогие друзья, в эфире экстренная новость, мы прерываем наши телепередачи. Только что в центре Москвы опустилась летающая тарелка. Мы не знаем, как это нам грозит и опасно ли это. Лариса? Так вот, они... Сережа, ну там же инопланетяне, ну что? Простите, новости бизнеса. НЛО. Не буду объяснять, сами все поймете. Батя, батя, что ты делаешь? На звезды смотрю. А можно я, батя, да? Да, да, конечно, посмотри. Вон смотри, вон там большая медведица. Ага. А значит, рядом маленькая медведица. Ага. Вон, там еще есть, значит, Папа, а что такое летит, па? Что летит? Батя! Батя, это же НЛО, батя! Батя, ты куда? За хлебом. А что так нарядился? Да мало ли что, гопники еще трамбанут, блин. Высадка инопланетян. Я пришел с миром на вашу планету. Я пришел с миром. Я пришел с миром к вам. Не вовремя ты пришел с миром к нам. Сегодня день ВДВ. Инопланетяне и люди. Земляне. Расскажи мне три больших зла на Земле. Не знаю, Саакашвили, ипотека, ну и фейс-контроль. Алло, император. Два наших проекта работают. Третий? Что такое ипотека? А у тебя у вас документы с собой? Да. О, пойдемте, потихоньку будем людьми становиться. Пойдемте, пойдемте. На всех мыслимых и немыслимых пришельцах и их встречах закончим. Что со ставкой? Ставка сыграла. 148 тысяч рублей в банке. Отлично. Следующая ставка. Друзья, сейчас мы счастливы вместе. 30. Принимает. Господа зрители. Пожалуйста, называйте, кого бы вы хотели увидеть.
Больницу? Тихо. Кино, больницу. Кого? Общага? Кстати, кто чаще всего бывает и там, и там? Нет, врачи мало бывают в кино. Каскадеры! Чаще всего бывают и в кино, а потом, если не очень удачно, бывают в больнице, да? Но как-то каскадер в больнице туповат. Из жизни каскадеров. И больница там будет. И больница. Будет. Покажите нам по-любому и больницу тоже. Каскадеры везде, в больнице в том числе. У вас что-то готово, ребята? Давайте. Из жизни каскадера. Случай на съемке. Да. Бензинчик! Бензинчик! О, Мишанька, здорово, здорово! Алло, Андрей, так нормально. Жюри обсуждал вот это все. Жюри все это. Каскадер в жизни. Нога! Что делать? Блин, на работу опаздывает. А что ж делать? Надо спешить на работу. Быстрее, надо быстрее. Надо. Что вы в школе? Скажи ты. Случай в школе, учительница и ученик. Коленька, а кем работает твой папа? Мой папа, он прыгает с балкона с 5-го этажа, он в него кидают ножи, острые предметы, дубинки об голову разбивает, ну там стулья всякие, он... А, Коленька, твой папа, наверное, каскадер, да? Не, у нас проблемы в семье там. Из жизни каскадеров. Так, Ведрёв, иди сюда. Так. Ты ж каскадер? Ну. Да, сейчас, значит, в фильме, в кадре, там надо, сыграешь эту, Крачковскую. Так я ж не похож. Слушай, Ведрёв, какая разница? Горят все одинаково. Кастинг каскадеров. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы каскадер? Да, блин, палец сломался. В общем, да, я, вас я прыгал с 18 этажа на 15, сломал 3 ребра, мне отрезали руку. Я прыгал с горящего автобуса, врезался в машину, минус нога. Я дрался с 9-летней девочкой, нагрел телефон, но правда минус девочка. Я прыгал в озеро, промахнулся, минус 2 ноги отрезали еще. Я выпил 6 литров напалма и писал в костер, минус 1. Я каскадер! Знаете, мне кажется, вы долбоеб. А это можно как-то официально оформить? Поломаны ребра. Сломата ключица. 3 перелома нижнего таза. Была у меня вчера девица. И секс с ней был садо-мазо. Каскадеры, каскадеры! Пусть живет у нас романтика в сердцах! И пусть нет на нас брюк, пусть есть на нас брюки! Мы за безопасные трюки! Представьте, опытный каскадер учит молоденького. Значит, главное, не выдавать, что тебе больно, понимаешь? Главное терпеть! Ты при никаких обстоятельствах не выдавать, что тебе больно! Держи нож, нож, давай! Бей в грудь! В грудь лупаш! В грудь лупаш! Давай, ну! Я же тут... Да, но пока это официально не оформлено. Закрыт раунд, спасибо! Остался невыясненный момент, что с последней ставкой. Но надо вам сказать, что в какой-то момент у нас было ощущение, что поставив в третий раз 30 тысяч, вы, так сказать, хватили лишку. Но потом как-то так вот становилось все смешнее и смешнее, и, в общем, в итоге сыграла ваша ставка. Отлично! Банки 178 тысяч рублей. Прекрасная сумма! Для того, чтобы распилить на двоих, а, возможно, оставить кому-то одному, самому достойному. Пожалуйста, судьи. Итак, сегодняшний банк делят
дуэт «17-й ряд». И Артем Пушкин. Дуэт «17-й ряд», Артем Пушкин. Все эти деньги достаются вам. Забирайте, друзья. Эти аплодисменты тоже вам. У нас есть явные победители, которые заберут бабло. И есть проигравшие товарищи, которые сегодня объявят голодовку. И не потому, что он так захотел, а потому, что так сложились обстоятельства. Турчинский, Воля, Убойная лига. Пока!